Всем привет, с вами Аня, это вторая часть моей игрушки. Сегодня я покажу мягкие. Ну, первая у нас игрушка будет такая свинка. Я ее купила в школе. У нее вот такой значок. Стрекоза. Дальше идет свинка. У нее очень большие глазки, внутри розовые. Вот такой прикольный хвостик у нее. Дальше на очереди идет такой пудель. Ну, тоже лупастик. У меня, короче, почти все лупастики. А, шучу. Дальше идет на очереди единорожек. У него блестящие глазки. Внутри вот такой сиреневый, какой-то блестки, что ли, без понятия. Короче, он такой разноцветный. Мне он очень нравится. Дальше идет у нас жираф. Он маленький. Я могу его застегнуть. Я покажу вам. Здесь же камеру так можно поставить. Можно, как же вам показать? Вот смотрите, сейчас так фонду. Вот берем, можно его взять и вот так вот укутать. Его маленькая одевается. Вот так это выглядит, как будто маленький ребеночек. На следующий идет у нас вот такая же. Микки Маус тоже в одеяльце. Дальше идет... Ой, я не дотянула. Так, и дальше у нас идет такой котик. В нем какие-то шарики. Вот он так может сидеть. Сейчас покажу. Так, садись, котик. Вот так вот он сидит. Дальше у нас идет... Такой, так он, кенгуру, ой, падаю, все нормально, я жива. Так, вот такой кенгуру, у него внутри кенгуренок, вот такая она. Дальше идет, фух, такой кролик, вот он в шарфике каких-то, гетры что ли. Такой сверху шапочка у него. Дальше у нас идет Бэмби. Вот он, такой Бэмби. Я люблю с ним поспать. Дальше идет вот такой кролик. Беленький. Очень мягенький. И идет вот такая зебра. Она очень прикольная. И мягкая. Я его назвала Бублик. Потому что он такой. Не знаю, почему я его назвала Бублик. Не помню уже. И дальше идет такой тигр. Волосатенький. Такой у него, что ли, шарфик тоже красненький. Вот. Тоже большие глазки. Милый. И, оп. Дальше у нас идет такая обезьяна в платье. Ту-ту-тум. Можно платьишко, конечно же, тоже снять. Дальше у нас идет Маша. Она может рассказывать сказки. Вот, послушайте. Репка посадила однажды дед репку. Все, Маша. Да теремок. Маша! Маша, успокойся. Все, тише. Дальше идет вот такой няшный зайчик. К нему я купила два платья. Есть одно платье такое, есть другое красненькое. Ой, есть у меня Мишка, который любит обнимашки. Я люблю с ним очень обниматься. Вот такой он розовенький. У него вообще сердечко вот так вот на двух лапках было, но оторвалось. Дальше идет вот такой тигр белый, тигренок. И еще остались две игрушки. Вот это шарик, я его так назвала. Я с ним люблю поспать, он очень мягенький. Дальше идет вот такой жираф. Тоже люблю с ним поспать. Ну, а вот это все были мои игрушки. И надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. А сегодня с вами была Аня. Пока-пока.